1, 2, 3. Yes, yeah. That will be the first trip after COVID-19, after the epidemic in China. Now. Мы приехали в ту же самую провинцию, где я делаю визу, как спринтер, как наши маршруточки. Все, приехали мы в город Лигуай, как-то так, да. Наконец-то море! Oh my god, it's flame! One, two, three. Вот. Look, look. If head to this side. Yeah, you will jump and I will go. Bam. Yeah, I just push you 10 minutes off. And here the begin. And here this way. Okay. And now the journey begin. Say correctly. Right now the journey begins. Journey John. So you almost said you will see this video on Vlad is Live. Yes, yeah. That will be the first trip after COVID-19, after the epidemic in China. Now. Wait. Cut. Wait. This will be the first trip after. Cut. It's better. No. I want to do it one more time. This will be the first trip after COVID-19 that somebody can invest again. Oh my god, cut! It seems like I cannot record this video now. Oh my god. Investor. This will be the first. Cut! Investor. Go! This will be the first video and first trip after COVID-19, the epidemic trip here. We go into Yantai, near to the ocean. I hope you enjoy the trip with us. We'll see it on Vlad is Live. Don't forget to subscribe and press button. Press button to see the newest video. And somebody's coming, so I need to cut the video. Cut. Bye. Раньше стюардессы выходили, показывали, что куда сувать. Куда руки разводить, и кислород брать. А сейчас все на мониторе. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep.
нужно купить билеты. Один А, блядь. Speak Russian. Speak Russian. Ну вот, наконец-то мы путешествуем. После этого карантина, COVID-19, а не считая того, что я ездил визу делать, поехали. Мы вот поехали с ребятами на каникулах. У нас оказались каникулы в нашей школе. Мы приехали в ту же самую провинцию, где я делал визу, чтобы отдохнуть на море. Отдохнуть на море, так как друг Му оставил нам здесь квартиру, дал ключи, чтобы мы могли здесь отдохнуть бесплатно, как оказалось. И это очень круто. Сейчас мы находимся в городе Янтай. И сейчас с этого города будем отправляться в Лонгуа. Короче, я здесь напишу, как этот город называется, потому что не могу его озвучить. Вот, маршрутка, вон там вот нас ждет. Мы сейчас садимся, сейчас туда добираться. И потом я более подробнее все расскажу. Как спринтер, как наши маршруточки. Приехали мы в город Лигуай, как-то так, да. Сейчас там вот внизу будет написано правильно. Вот, ехали мы с Янтая, где-то полтора часа пересаживались с одной машины в другую машину. Нормально так мы проехались. Мы думали, что вообще какие-то сейчас ебеня мы заедем. Вот, и приехали вот эти комьюнити, собственно, где, собственно, друзья Му приобрели себе квартиру. И вот, сейчас они нам разрешили здесь пожить какое-то время. Не, какое-то время, 4 дня. 4 дня мы сюда приехали. А почему так произошло? Потому что Му как-то помог им в какой-то сложной ситуации. В общем, я не в знак благодарности. Да, кстати, в маске ходим, потому что так положено. Мы переезжаем с провинции в провинцию. Нам нужно показывать каждому наличие зеленого кода. Сейчас я покажу. Вот такая штука. Если ее нету, нужно сканировать QR-код, там вписывать свой номер телефона. Ну, короче, поэтому как-то проверяют. Типа, ты выезжал со страны или не выезжал, где ты бывал за какой-то там промежуток времени. Главное, чтобы не был красным твой код. Вот. Поэтому в масках ходим, как бы иностранцы. Все китайцы же верят, что коронавирус произошел от иностранцев. Но ничего страшного. Хорошие, как видите. А он, если я аж не ошибаюсь, вот там вот прямо, там уже море. Но я могу ошибаться. Сейчас туда дойдем, сейчас покажу квартиру. Вот. Братья, я не ошибался, это там море. Люди вон с моря идут. А мы приехали как будто на в пансионат. Очень круто, я не знаю. Но мне уже нравится. Даже хоть погода пасмурная, мне уже все нравится. А подъезды, сейчас зашли в дом, подъезд, хотя не, не похож на наш. Ну, чуть-чуть. А? Да. Чуть-чуть.
Вот. Чудо, квартира открыта. We can stay here. Can you imagine they are here? Come on, move. Okay, move, go. Go. Not bad. Not bad. So, wow. There is no bed? It's so clean. Real Canadian bed, not like you fake. It's a 3-bedroom. 3-bedroom? One here. One there. So, I sleep here. Electricity doesn't work. No. Как мы видос. Вот здесь пайп. Дымо охота будет, да? Yes. Промышленная зона. Привет, come on! Second floor? No, come on, come on. Make it go? Вот офигенно! Наконец-то море! Okay, guys, you can follow each other. Cuddle? Cuddle. Not? with the... Okay. One, two, three. You cannot do it. One, two, three. So, guys, we already there. In the Yellow Sea in Longpo, Lingcai, Shandong, China. The water is really, really cold, and actually the guys are waiting for me there, but I don't know until they didn't decide to go for them or not. They are here. I don't know if you're able to see them. Yeah. Those two. Ну вот и мы приехали уже в этот Лигуа. Лигуа, я уже говорил об этом, да? Нашли супермаркет, купили еды, заказали еды. Сейчас будем есть, кушать, пить пиво. И, кстати, мы на море уже скупались. Это немаловажно. Море классное, только мелкое, соленое, как Азовское. Как дома. Как дома, бывали, да. Просто, там еще рыба прыгает просто с... отовсюду. She's fucking touching my back, you tell me that! Oh my god, what the fuck is that? What? Yeah. It's there, can you see? What the fuck? Like it's like boom, 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 boom. Guys, the sea, we're swimming right now, and like a group of fish just attack us, like pew, 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 pew. We're trying to show you again. Oh, it's coming here! It's here! It's here! Can you see it? Can you see it? Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my god, it's flame! 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 Whoa! Whoa! I'm recording! I'm afraid that it will attack my face! Give me the phone. Держи. Снимает на сейчас мув. За приезд. Да, за приезд, за отдых, чтобы все было, все сложилось. Мув. For you also. Thanks, мув. Thanks, you guys. Yeah. And thanks for your friends. You're welcome, братишка.